В каждой нормальной семье, где есть маленькие дети, всегда, абсолютно всегда разбросаны игрушки. Было принято незамедлительное решение заказать детские органайзеры. И, конечно же, я заказала их в своем любимом магазине Кириге. Кстати, каждый органайзер брендирован названием магазина. Я заказала сразу несколько вариантов, чтобы дети могли выбрать. Вот такой вот зайка в сером принте и в розовом. Далее вот такая вот принцесса, замок. И такой мягкий-мягкий органайзер с принтом пони. Хотелось бы заметить качество. Органайзеры хорошо отшиты, нигде ниточки не торчат, вместительные и эстетичные. Самый сложный момент выдался девочкам – это выбор. Естественно, я взяла им по одному, я же не мать миллионера. И вот так вот каждая начала собирать свои игрушки. Это было интересно, вовлекающе и с пользой. Как вы думаете, а какой бы органайзер выбрали ваши дети? Напишите, пожалуйста, в комментариях, мне будет очень интересно. Ну вот и все, дома стало чистенько, аккуратненько и уютненько. Мои дети остались довольны, и это главное.